уникальный забор, который заработала местная фабрика. Он сделан из велосипедных рулей. Посмотрите внимательно. Все конструкции забора представляют собой велосипедные рули приваленные. Такой какой-то единственной стране, больше нигде нету. Только в Жуковке. Как ширпотреб помимо велосипедов, освоили производство заборов, которые проще всего сделать из готовой конструкции рулей хромированных. Ну, конечно, от времени уже проржавел, но зато он уникальный. Единственный на области, а может, во всей России. Нигде больше забора из рулей не делают. Полностью хромированные рули пошли на забор. Уникальная конструкция на улице Чайковского находится. Города Жуковки. Огораживает местные товары.